Всем привет, меня зовут Николай, я являюсь основателем компании Аклеров. Сегодня мы поговорим о нюансах при брендировании автомобилей печатной пленкой. Скажем так, на что стоит обращать внимание вам как заказчику. Первый момент – это арматурная работа. То есть все элементы навесные, а именно ручки, замок, молдинг, вот этот вот накладка, фары, заглушка. Это все должно быть по-хорошему демонтировано для того, чтобы не было никаких просветов, все было красиво, выглядело эстетично, и плюс ко всему минимизировать расклейку этих, скажем так, прилегающей пленки в этих местах. То есть, если будут просветы, керхера могут сбить эти места, поэтому лучше делать с разбором. Это первый момент. Второй момент – это подготовка. Что касается подготовки, то обязательно автомобиль должен быть в чистом виде. Обязательно даже новый автомобиль нужно пройти неабразивной полировочной глиной для того, чтобы исключить всевозможные вкрапления в лакокрасочное покрытие и не было никаких точек, все было красиво и эстетично. После чего мы переходим к третьему аспекту, это выбору материала. Пленку стоит выбирать из, скажем так, в первую очередь из расчета, на какой срок службы вы рассчитываете и что вы потом собираетесь делать с этой пленкой. Если вы хотите, чтобы она служила максимально долго и без проблем снималась, то лучше выбирать как минимум средний вариант со сроком службы в районе 5 лет. В нашем случае именно такой вариант и есть. Это Rajet 3551. Сверху он заламинирован пленкой Raguard 215 серии. Все прекрасно держится, не выгорает, не вытирается. Срок службы такого материала с печатью порядка 5 лет. Плавно мы переходим к следующему нашему пункту. Это качество непосредственно самой оклейки. На что стоит обращать внимание? Во-первых, чтобы было минимум пыли. А во-вторых, чтобы везде все стыки абсолютно прилегали, не было никаких стрелочек, пупырышек, пузырей, особенно если это касается пленки с каналами. Резы должны быть ровные, если мы посмотрим. То есть рез должен быть максимально ровный, насколько это возможно. При оклейке резы, опять-таки, должны быть все ровненькие. Везде должны быть загибы, минимум, точнее, отсутствие пузырей. Это, скажем так, основные моменты, на которые стоит обращать внимание. Ну, в общем, как видим, у нас все эти моменты соблюдены, и мы видим хорошую профессиональную оклейку, которая без проблем проездит 5 лет, и вы без какого-либо труда произведете демонтаж этой пленки, и никаких следов, кроме выгорания, вы, естественно, не обнаружите. Все будет максимально круто, как и планировалось. Всем спасибо, обращайтесь к профессионалам, и они вам точно помогут с выбором пленки. Не гонитесь за самыми дешевыми материалами, потому что все-таки, если мы говорим о брендировании, это в первую очередь ваше лицо, и если машина вся разлетится, то, я думаю, у каждого клиента останется какой-то негатив после того, как к нему приедет автомобиль. Либо автомобиль, забрендированный непонятной пленкой, которая вся не держится, отлетает и так далее. Всем спасибо, всего доброго, до свидания.